Часть вторая. Спортивное питание. Ну что, пора ознакомиться с моим спортивным питанием. Расскажу вам о том, как и какие добавки я принимал. Протеинчик. Берем шейкер, заливаем 200-250 мл воды, закидываем 2 скупа, в среднем тут получается 25-30 грамм, употребляем 2 раза в день до и после тренировки. Креатинчик. Употребляем его только после тренировок, 5-10 грамм будет вполне достаточно, он задерживает воду и увеличивает силовые показатели. БЦАшечки. Это наше топливо для мышц, восстановление. Можно употреблять до, после и во время тренировочного процесса. В следующий раз обязательно возьму со вкусом. Жиросжигатель. Другие жиросжигатели я не ел, об этом жиросжигателе я рассказывал на своем канале в YouTube. Посмотрите видео. Л-карнитин. Типа превращает жир в энергию. Одна капсула утром, одна перед тренировкой. Аргинин. Донатор азота. Употребляем 2-3 капсулы перед тренировкой. Глютамин. Незаменимая аминокислота. Употреблял для полного восстановления и укрепления иммунной системы. Употребляется перед сном 5-10 грамм. Мультивитаминный комплекс. Название само говорит за себя. Употребляется в тех дозировках, которые написаны на упаковках. Предтренировочный комплекс. Это наш энергетик и заряд бодрости. Употребляется за 30 минут перед тренировкой. Дозировку каждый для себя подбирает индивидуально. Подписался на канал? Лайк поставил? В группу вступили? В группу.